Всем привет, вы на канале Алиса, и сегодня я уже на море, я очень рада. Вот, сейчас где-то 8 часов утра, и, наверное, первый раз, когда мы уезжаем утром. И по поводу того, что я уезжаю на море, я решила снять влог. Ну, кому интересно, оставайтесь со мной, поехали! Всем привет, уже наступил следующий день, следующее утро. И извините, что я вчера не поснимала, потому что мы очень долго ехали, наконец-то приехали в съемную квартиру и сразу же уснули, потому что мы очень устали. Мы ехали 6-7 часов где-то, может даже больше, я не знаю. Давайте я вам сейчас покажу квартиру. Это кровать родителей. Вот, там столик. Это еще одна кровать, я на ней спала, мне стало очень жарко. Я переехала на балкон, то есть тут кровать так и стояла. Значит, да, я только встала, извините. Вот. Вот тут шкафчики там разные. Вот. Ну, в общем, разные полки, тумбочки. Дальше одна дверь. Это дверь в обычную ванную, там вот ничего интересного. Кухню. Вот тут у нас стоит стол, там вот фрукты разные, тут кружки там, ножи разные, вот это пицца, не обращайте внимания, это разные средства, вся посуда, раковина, в общем ничего интересного тут нет больше. Вот тут еще стиральная машинка. И сейчас я вам покажу балкон. Вот балкон тут маленький. Мы живем на первом этаже, вот. Мы хотели искупаться в море, пришли, а тут огромные волны. И мы купаться, наверное, точнее, точно не будем, посмотрите. Вот. И это все случилось, когда мы взяли постилку, полноценно собрались и хотели покупаться. Мы еще немножечко погуляли, зашли в пиццерию, но я этого не снимала. Вот мы покушали пиццу, пришли домой. Вот сейчас я схожу в душ, там занимаюсь разными делами. Потом там еще какие-то дела мы поделаем, я еще не знаю. Ну вот, в общем, спать мы ложимся часика через два, может, 2.5. Вот. А еще мы покушаем такие вот тульские пряники, мы их купили тут. Вот, один пряник с фруктовой начинкой, а один с вареной сгущенкой. Это мамин, это мой. Я не знаю, вкусные они или нет, никогда их не брали. Но надеюсь, они вкусные.